Двух крымских татар задержали в поселке Краснокаменка, регион Большой Ялты. ОМОН провел обыски в домах Рифата Алимова и Арсена Джипарова. Обыски длились около 2 часов. Напомним, 11 февраля в этом же поселке задержали местного жителя Энвера Бекирова. Ему предъявили подозрения в связи с организацией «Хизбут-Тахрир». Ее в России считают террористической. Псевдопрокурор Поклонская уже заявила российским СМИ, что нынешнее задержание тоже связано с «Хизбут-Тахрир». Она уточнила в интервью ТАСС, что, дескать, эта ячейка организации существовала в Крыму долгие годы. Напомним, на полуострове, как и во всей Украине, «Хизбут-Тахрир» действовал совершенно легально. Это официально зарегистрированная партия. Крымреалии сообщают со ссылкой на родных задержанных, что оба молодых человека сейчас на допросе в управлении ФСБ в Симферополе. Глава Меджлиса Рифат Чубаров отметил на своей странице Facebook: «Очевидно, что задержанные Рифат Алимов и Арсен Джипаров пополнят ряд 8 крымских татар, арестованных ранее за подобными же надуманными обвинениями в апреле и январе 2015 года и в феврале 2016 года».